Врач, который в интернете искал наивных людей и вербовал в запрещенную в России организацию, раскаялся. Об этом он заявил в челябинской колонии. Мужчина признал свою вину полностью. Он был членом запрещенной на территории России организации. Его обязанностью была вербовка новых членов группировки. С ними он переписывался в соцсетях. Были и личные встречи. Терроризм – это особенно те, кто столкнулся, эти все семьи – это вещь, которая разрушает все, то есть она разрушает и все вокруг, и, соответственно, то, что происходит внутри семьи людей. Они сделали зло не только людям, которые там находились, они и погубили свои семьи. Там многие из родителей получили тяжелые хронические заболевания, постоянно переживают финансовые сложности, соответственно. Также осужденный собирал деньги на нужды радикальных исламистских организаций, но, получив огромный срок, понял, что разрушил свою жизнь и теперь раскаялся.